Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Погода сегодня... В общем, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А Виктория сказала, иди и обрезай инжир. А то он там весь зарос, мелкие плоды, надо, чтобы крупные были. Раду она не отпустила, сидит там. Иди, говорит, и обрезай. Бери свой секатор. Вот он, мой секатор. И шуруй. Ну, пошел я. Так, одному неохота идти. А кто же со мной пойдет? Никого нету. О, Лерочек, пойдешь со мной обрезать инжир? Я тебе, если что, дам веточек. Там сок такой выделяется. Марсиушка, пойдешь? Уже двое в компании. А где же Мирка? Мира! Мира! Пойдешь с нами? А? Кто-то должен же пропускать Марсика. Пошли. О, все, пошли. Отправились, не то слово, отмечались. Я сегодня пеньки все вывез, поработал. Не стал ролик снимать. Ну что, вывожу пеньки. Ну в чем там прикол? Ничего интересного. Вот инжир обрезать, это уже что-то интересное. А пеньки? Это неинтересно. Марсик уже он по периметру пробежался. По маленькому. У него же и большой, и большой, и маленький. Это. Лирик тоже с нами. Ну, проходите. Все. Вот мы в саду. Мне надо взять пилу. А тут у нас... Ух ты! А я забыл взять ключ. Как же быть, а? Ну, Сим-Сим, откройся. Я знаю волшебное слово. И вот она, ножовочка. И дверь открылась. Марсенчик, там тоже периметр маленький. Он где только видит периметры, сразу же идет. Даже дверь для него является периметром. Пошли. Я ему там убрал, освободил немножко эти доски. А Серега обратно их закрыл. Периметр. Вон, видите? Взял и поставил. Марсик, сейчас я тебя освобожу. Ох, этот Серега. Ну что ж, он не понимает, что ли, что периметр должен быть всегда свободным. Никаких ящиков там не должно быть. Прошу, Марсик, проходи. Где ты? Иди, иди быстрее. Все, я за тобой. Ну, если ты уж пройдешь, я тем более пройду. Давай, давай. Протиснулся. О, взял Серега и наставил нам тут. Эти ящики нам нужны, мы в них сеем этот щебень. Вот. Сейчас, Марсюшечка, я все исправлю. Ух, непорядок. Серега, если видишь мой ролик, никогда не закрывай. А Серега все ролики видит. Периметр. Вот, видишь? Марсик должен свободно проходить. Никаких не должно быть препятствий. Да, Марсюшка? Пошли. Все. Отремонтировали проход. Что тут у нас? Вот, видите, листики какие. Вот, это бересклет. У него такие листья. А плодов в этом году нету. Обычно он такой, знаете, вот, малиново-красный прям. Всегда осенью. Ну, не каждый год. Так, идем. Идем. Ветерок, видите, дует.
не люблю ветер снимать ролики. Приходится камеру закрывать руками. Две руки задействованы. А сейчас у меня, видите, вот я камеру держал. И тут у меня висит вот. Опа. Пила. Вот я. Таким образом. Ага, земляне. Ну что, где вы? Где вы? Все, я буду сам рыбий корм есть. Кто со мной придет, тот и получит рыбьего корма. А, ну, Марсик, ладно, ему простительно. Он по периметру ходит. А Лирик давно уже не ходит. Он уже сдал свои позиции. Сзади. Я слышу, как он лапами по листьям. Цок-цок. Видите? Все в сборе. Как только сказал, рыбий корм сам буду есть. Так сразу же побежали. Боятся, что я весь корм съем. Так. Кузя. Кузя. Мы пришли. Где ты? Вода чистая, прозрачная. Они сейчас все в яме сидят, рыбы. Ну, холодно уже. Ну что, идем. Будем обрезать инжир. Вот он такой, смотрите. Инжир. Заросший, загустенный. Это непорядок должно быть. Вот тут вот так висеть. Ну, а я фиксирую вот как было и как станет. Пока я обрезаю виноград. Виноград, инжир. А Марсик нетерпеливый такой. Уже три раза поднялся, понюхал эту коробочку. Что здесь? Что тут? Ну, корм. А зачем ты залазишь? Подожди. А? Что за нетерпение? Вот обрежу виноград. Вот и накормлю вас кормом. Он никуда не денется. Залезет, слезет, залезет, слезет. Нетерпеливый какой. А я он уже, видите, сколько обрезал. А здесь вон плоды на нем зеленые. Мирка не видит, она бы уже съела бы. Ну, пока еще не видно, вот сколько срезал, а он еще как стоял, так и стоит, инжир. Вот так я обрезаю. Вот, и удача, гляньте, инжир спелый. Смотрите, ну какой. Кто первый зайдет, тому будет инжир. Идите, кто первый? Ну, как вы думали, кто у нас всегда первый насчет еды? Ну, неужели еще были какие-то сомнения? А он, инжир, выпускаете такое белое молочко, видите? Сок такой. Марсюшка, ты опоздал. Да, куй железо. Нет, ешь инжир, пока он не съеден Миркой. Ну, ладно, попадется еще. А вот еще, гляньте, вот еще удача. Марсюшка. Смотрите, какой. Марсюша. На тебя. О как. Вот это я удачно пришел. Уже второй инжир. Ну, больше уже, наверное, не будет. А, вот, есть. Ура. Еще есть. Еще вот. Подождите, вон, видите. Еще один. Еще он второй. Опа. Ну, отрывайся. Во. Найдемся. А Лирик убежал. Ну, ходи голодный. Лирик! Не, он орехи там щелкает. Ну ладно, я
продолжаю обрезать. Ну вот, виноград. Ой, опять виноград. Инжир обрезанный, обдерганный. Мирка помогла, она тоже рвала. И вот еще, гляньте, урожай среди листьев нашелся. Мирунька, на тебе. Это все равно лучше, чем ты там. Впервые Марсик. Впервые Марсик отнял у Мирки. Это чудо чудес. Вот на этом я и закрываю. Эту серию заканчиваю. Все, обрезали. Сделали обрезание, я бы так сказал.